Здравствуйте. Рассмотрим строение молекулы ацетилена или этина. У ацетиленовых углеводородов в гибридизацию вступает 1s электрон и 1p электрон. Следовательно, форма гибридизации sp, то есть третье валентное состояние. 2p электроны не подвергаются гибридизации и образуют 2p связи в плоскостях, взаимно перпендикулярных друг другу. Третья связь в тройной связи – это сигма-связь. Она образована гибридными облаками sp. Это гибридная орбиталь почти шаровидна, поэтому перекрывание ее облаков большое, связь короткая. Происходит стяжка электронных облаков этих углеродных атомов, потому что рядом еще есть 2p связи. Поэтому сигма-связь sp-sp очень прочная. Чтобы ее разорвать, нужно затратить энергию 824 кДж/моль. Рассмотрим рисунки. Первый рисунок. H, C тройная связь, C одинарная связь, H. Здесь сигма связи. H и C сигма связь. S, SP. Связь сигма S, S это SP, SP. А следующая связь C, H тоже сигма связь. Она называется SP, S. И на рисунке посмотрите. Угол 180 градусов, поэтому сигма-связь расположена по прямой, соединяющей эти связи. Теперь посмотрим следующий, третий рисунок. На этом рисунке видно 2π связи в плоскостях, взаимно перпендикулярных, а сигма-связь в виде прямой линии. P электронные облака расположены по оси X и Y, они не вступают в гибридизацию, а эти оси, они взаимно перпендикулярны друг другу, поэтому и плоскости тоже взаимно перпендикулярны.